вся продукция поступает с Карачаева, Черкесии, а сам предприниматель уже непосредственно фасует продукцию, причем неизвестно, в каких условиях он ее весфасует, потому что в Танаре никаких условий для фасовки, естественно, нет. И для таких случаев у нас предусмотрена реализация только в магазинах. Однако предприниматель воспользовался ярмарками «Привоз» и реализует населению продукцию, выдавая ее за производство собственного или Краснодарского края. Такие факты недопустимы. Постановление губернатора у нас именно для производителей, для крестьянско-фермерских хозяйств используются ярмарки «Привоз». Помимо этого, нами составлены протоколы по двум серьезным статьям 14.43 и 14.45 на поставляемую продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее безопасность, декларация или качество сертификата. По словам Ларисы Медведевой, предпринимателя пригласили для дачи объяснений в Роспотребнадзор. Ему грозит штраф десятки тысяч рублей. Эту тему Юрий Поляков часто поднимает на рабочих совещаниях. Глава подчеркивает, перекупщиков продукции из других регионов на ярмарках выходного дня быть не должно. То же самое касается рынков, которые заявляют о себе как о фермерских. Через сито просеять все ярмарки, кто там работает. Перекупщикам там делать нечего. Должны работать на ярмарках только те, которые или производят, или выращивают нашу продукцию или сельхозпродукцию.